Ивановским сотрудникам УФСБ улыбнулась фортуна. Под обломками сгоревшего дома в Иванове они обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Из схрона были изъяты патроны, тротиловые шашки, пистолеты, а также автомат и гранатомет. Все в боевом состоянии. Скорее всего, содержимое тайника принадлежало одной из организованных преступных группировок. В ближайшее время оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества будут направлены на экспертизу для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступникам грозит наказание на срок до 8 лет лишения свободы.